Хочу отметить, что я безмерно счастлив, потому что сегодня моя одноклубница и прекрасная девушка-боец Яна Куницкая одержала победу. Янка, поздравляю тебя. Большое. Матвей, поздравляю тебя. Матвей Владимирович тоже тренер. Расскажите, как проходила подготовка к бою, все ли смогли реализовать? Подготовка была очень серьезная, мы 3 месяца очень тяжело готовились, но проблема в том, что у меня вот был перерыв большой 4 месяца, потом я двилась, и опять большой перерыв 6 месяцев. На меня это очень пагубно влияет, и очень волнуюсь, поэтому не все получилось, и тоже немного там кипишевало. Надеюсь, если бои будут чаще, будут более красивые показывать. Матвей, скажи, с твоей точки зрения, все ли вышло так, как хотел? Лагерь действительно был тяжелый, мы Яну готовили, помогал, спасибо Сергею Хищенко, мы стояли в парах, как вы знаете, он чемпион мира по тайскому боксу, мне пришлось Яну вставать в парах, мы ставили борьбу, то, что вот она действительно показала, у нее с борьбой были пробелы, сейчас она их восполняет, и в принципе был немножко сумбурный бой, но она выполнила все то, что, как бы, то, что я хотел, то, что хотел видеть. И, в принципе, я сейчас очень доволен, у меня даже немножко трясутся ручки, видимо, я истеричка, но оно того стоило. Янка, не могу не спросить, почему у тебя, когда ты была в доминирующей позиции сверху, были попытки выйти на болевой? Это как раз из-за того, что тренировала борьбу, хотела показать, что типа и бороться тоже можешь, или это просто были твои какие-то стилистические задачи? Мне показалось, что я смогу выйти на пятку. Проблема в том, что болевой на пятку нельзя на тренировке отрабатывать полностью, пятка очень быстро летит, поэтому тяжело почувствовать, смогу я сделать, не смогу, не смогла. Расскажите, где дальше будет бой и с кем, если, может, уже есть какие-то задумки, или, может быть, с кем хотелось и когда будет? Пока никаких планов нету, но, надеюсь, долгого простоя не будет. Возможно, в Инвикте получится отбиться, так как они обещали, если я бой выиграю, то следующий турнир проведу. Посмотрим. Так мы открыты к предложениям, рассмотрим любые. И вопрос к вам, Матвей. Расскажите, кого еще из «Файтфабрики» мы в ближайшее время увидим на профессиональном ринге? В принципе, есть неплохие перспективные ребята. У нас клуб молодой. Вернулся из армии вот Артур Алиев. Он дрался в свое время на М1. Я думаю, буквально через год мы выстрелим, и «Файтфабрика», скажем так, станет еще более известной, чем в данный момент. Все, будем ждать и будем тренироваться. Спасибо. Спасибо.